Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин antilife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами очередной смартфон на 8-ядерном процессоре MTK6592 под названием THL-T200. Перед вами белый вариант. Вот в такой вот коробке поставляется эта модель. Давайте рассмотрим его стандартную заводскую комплектацию. Значит, в комплекте есть вот такой вот бампер силиконовый. Есть оригинальная заводская пленка. Также такая же пленка есть и на экране, которую можно, в принципе, снимать. Верхний слой у нас остается качественный, хороший слой для работы. Стандартная зарядка, гарнитура вакуумная и USB кабель. Сам смартфон собран очень хорошо. Материал изготовления пластик. Спереди мы видим фронтальную камеру с автофокусом на 8 мегапикселей, датчик приближения, датчик освещения, динамик. Тут же есть индикатор пропущенных звонков. Очень интересно, что снизу у нас нет механических, никаких ни механических, ни сенсорных кнопок. Вот эти вот кнопки, они предназначены только для сенсорного нажатия. Эти кнопки также удобно можно убрать. Таким образом у нас весь экран доступен, а вызвать их можно вот таким вот образом. С этой грани у нас кнопка включения и выключения смартфона. Здесь мы видим качельку громкости вверх-вниз. Сверху разъем под наушники, разъем под микро-USB кабель. Снизу у нас есть микрофон. Больше ничего в принципе нет. Задняя крышка имеет такую интересную структуру. На ней не видно отпечатков пальцев. Есть 13-мегапиксельная камера, вспышка, есть логотип THL и есть решетка динамика. Под крышкой у нас спрятался аккумулятор. Аккумулятор емкость 2500 мАч. Для этой модели этого откровенно маловато. Смартфон у нас работает с двумя сим-картами. Микро-сим, большая сим стандартная и microSD карточки. Карточки принимают 64, 16, 32 без проблем. По корпусу хочу сказать, что никаких нареканий по корпусу у меня нет. Все максимально монолитно сделано, смартфон не трещит, главное закрыть вот эту вот крышечку полностью со всех сторон, и тогда смартфон будет в плане сборки у нас идеальный. Напоминаю вам, что размер дисплея у этого смартфона 6 дюймов, разрешение экрана Full HD, процессор MTK6592. Давайте рассмотрим все основные технические характеристики этого смартфона через программу Antutu. В Antutu данная модель набирает 26 736 баллов. Из технических характеристик повторяю. Операционная система 4.2.2, 6592 процессор. Его рабочая частота 1,7 ГГц. Все 8 ядер могут работать одновременно. Здесь 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенных. 18-мегапиксельная камера задняя, это интерполяция, на самом деле она в районе 13 мегапикселей, графический ускоритель 850 мали, фронтальная камера у нас на реальных 8 мегапикселей с автофокусом. Размер экрана 6 дюймов, разрешение экрана 1080x1920 и матрица изготовления экрана IPS, а технология OGS, это значит, что воздушной прослойки в этом смартфоне нет. Количество точек касания в этом смартфоне можно проверить через программку Antutu Tester, их всего 5. Если говорить о датчиках, есть удобная программка Z-Device Test, через которую можно просмотреть все необходимые моменты. Есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 2 симки, 2 камеры основных, датчик приближения, датчик освещения, есть вспышка. Вспышка довольно-таки средненького такого уровня. Есть NFC-датчик. Гироскоп. Также можно сказать пару слов и о прошивке. Прошивка в смартфоне полностью русифицирована, хорошо адаптирована под игры, хорошо настроена работа камеры. Из таких основных особенностей можно сказать, что есть беспроводное обновление, то есть можно подключиться смартфоном к Wi-Fi и принять обновление, обновить эту прошивку. В настройках все более чем стандартно, здесь все Wi-Fi, Bluetooth, настройки экрана, информация о телефоне, версия прошивки этой модели, с которой я сейчас снимаю обзор. Что касается производительности, смартфон обладает 8-ядерным 6592 процессором. Все 8 ядер могут работать одновременно. Понятное дело, что YouTube, воспроизведение видео, все воспроизводится, все делается без кодировок, без проблем. Пару слов о звуке. Звук стандартный, как для процессоров MTK6592. То есть, если сравнивать эту модель, например, с THL
TestOS или Zopo ZP998, то звук полностью идентичный, никаких отличий, где-то лучше, где-то хуже, нет, такого нету. Он везде одинаковый. Что в наушниках, как бы нормальный звук, что внешний динамик такой же. Давайте посмотрим синтетические тесты производительности этого смартфона. Я его тестировал через Antutu, я вам уже показывал, и обязательно тестирую его через Nanomark. Nanomark он показал 58,9 FPS. А в Epic Citadel показал 39,6. То есть это довольно-таки хорошие стандартные показатели. Можно переходить непосредственно к играм, современным играм, на которые стоит посмотреть. Максимальная графика. И запускаем. По поводу звука, кстати, вот это вот максимальный уровень звука. Далее переходим непосредственно к игре Dead Trigger 2, максимальные настройки графики, и смотрим, как воспроизводит он игры. В целом смартфон с легкостью справляется с нагрузкой, воспроизводит любые современные игры с максимальной графикой, без глюков, без тормозов. Наверное, одним из самых больших плюсов этого смартфона, конечно же, является экран. Здесь шикарный 6-дюймовый Full HD экран, IPS матрица. Я думаю, вы сами видите картинку, какие углы обзора у этого смартфона, уровень яркости, запас яркости здесь отличный. Давайте я вам это продемонстрирую. Вот минимальный запас яркости и вот максимальный. Что касается углов обзора, то можно посмотреть их на вот этой вот картинке. Переходим к одному из самых больших недостатков этого смартфона. Это аккумулятор. Я тестирую аккумулятор всегда максимально. Я прогоняю 2-3 раза его, чтобы, может быть, разогнать. Ну и на разных тестах. Аккумулятор в этой модели 2500 мАч. 447 баллов показала эта модель, Antutu Tester программка. В режиме воспроизведения игры с максимальной яркостью, я всегда так тестирую, у меня всего лишь 2 часа 7 минут. В режиме воспроизведения видео со 100% до 5, 3 часа 21 минута. Я не могу сказать, что это очень плохой, очень паршивый результат. Это довольно-таки хороший средний результат. Однако для такой модели, когда это большой смартфон, когда у него есть отличные
производственные возможности, то есть он может дать вам море наслаждения во время игр, во время просмотра фильмов, и при этом это будет длиться совсем недолго, так как аккумулятор довольно-таки слабый. Это однозначно минус. По поводу GPS тут нечего говорить толком. GPS ловит отлично, максимально быстро все подхватывает, и GPS-тест программка, и Navitel спутники ловят, здесь все супер. Камера меня порадовала, однозначно. Здесь в настройках вы сможете увидеть такой параметр, как 18 мегапикселей. Это, конечно же, ерунда, реальная. Ну, то есть, это интерполяция. Реальное качество где-то 8-13 мегапикселей, ну, такое хорошее, снимки получаются довольно-таки сочные, с хорошей четкостью, это главное. Видео записывает в формате Full HD, я вам обязательно скину все вот эти вот фотографии, вот такое вот качество снимков. Видео тоже мне довольно-таки понравилось, вот такое вот. Вот эти все фотографии я вам, в общем, покажу. По камере однозначно плюс. В подведение итогов могу сказать, что TCL T200, наверное, один из лучших среди новых 8-ядерных смартфонов. У него лучший экран, по моему мнению. У него довольно-таки хороший аккумулятор, хоть и средний по сравнению с 4-ядерными, но среди 8-ядерных он один из лучших, реально. Хорошая оптимизация работы, то есть прошивки уже настроены, прошивки готовы для того, чтобы вы покупали этот смартфон, играли в игры и не испытывали никаких проблем. Камера отличная, мне все понравилось, корпус тоже отличный, как бы тоже нет никаких нареканий. В комплекте есть бампер, по поводу того, что он красный, такой поставляется с завода, тут мы ничего сделать не можем. Ну и я думаю, в будущем эта модель будет поступать к нам и в черном цвете. Черный тоже цвет, когда получим, обязательно вам покажу его. На этом все. Мне очень понравился этот смартфон. Я не нашел никаких минусов в этой модели, таких серьезных, которые бы могли повлиять на то, чтобы его не покупали. Поэтому вперед! Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому нравится. Всего доброго!